Всем привет! С вами Акул. Это Саня. Знакомьтесь. Это Илюха. Короче, топ-1. Ой-ой-ой, сразу поза. Короче, доехал до Дюны вообще просто. В плане, я в туалет хотел. У нас, короче, это, мы едем в Казань. У нас остановочка. Вот, мы решили, короче, в туалет сходить. Это вот топ-1 Самары. Знакомьтесь. Да, он смотрит меня, это тоже смотрит. Саня, меня. Я тут сам. Я тебя выбираю. Мы с собой взяли Сонику, короче. Блин, я Алюхи хотел спросить. Ну, короче, я тоже участвую. Я планирую. Блин, мне микрофон главное закрыть. Я планирую, короче, обыграть Уфёнка и Кефира. Я тебя планирую обыграть. Я вообще, так прикалываюсь, конечно. Да, понятно. Не, не выиграешь. А чё, блин, я на бас. Меня он обыграл. Давай на канале с тобой сыграем как раз. Меня он Томас обыграл. Он вообще фигу. Ты как это? Ты планируешь обыграть Фёнка? Меня ты чё там обыграешь? У Фёнка, серьёзно? Да. Про Кефира. Ну его в первую очередь. В первую очередь Кефира? Да. А ты смоешь Кефира? Нет? Нет? Кто такой вообще, скажи? Кто это такое? Саня вообще в этом, в автобусе смотрел Кефиры. Да? Там только про акулу разговаривали. Да, только про меня. Только акула. А что там они говорили? Акул четвертое место занял сам. А, да, четвертое место. Четыре все дела. Что там? Блин, какой там еще вопрос-то задавали ему? Я тоже что-то забыл. Неймар, Гиксельнул. Да, есть такое. Я не специально не хотел. Так получилось. Ну, у меня больше всех подписчиков, да. Так-то получается. Но по просмотру меня дергают. Так-то. Ну, хотя мы вровень идем. Блин, мне пипец какого поддержания. Я пытался ее, я сейчас сделал. Ты подними камеру, что ты нормально. Ты можешь просто ее держать, что ты. Я сейчас сделал, конечно, туалет в автобусе, но что-то там. Ты что, съел? Он что, в туалет ходил в автобусе, что ли? Я пытался. Жалко, что с нами Добрюйна не едет. Заболел. Но он завтра хочет приехать, не знаю. Навряд ли у него это получится. Блин, у меня руки уже. А он вообще приедет? Блин. А? Он должен завтра приехать. Диман? Да, Диман. Ну, в общем, такие дела. Увидимся в Казани. Мы скоро уже приедем, я думаю. Через часа 3, наверное, да? Наверное. Через часа 3. Сейчас ночи. Ладно, холодно вообще, пипец, опять.